Спустя 4 года после масштабной реконструкции из-за большого количества влаги на Потемкинской лестнице начала разрушаться штукатурка и сыпаться краска. Основание сооружения сложено из ракушняка, которому свойственно набирать влагу. Ситуацию усугубило то, что долгие годы галереи под лестницей были закрыты. После того, как их очистили и проветрили, влага все равно продолжает выходить, тем самым уничтожая фасад. Эксперты уверяют, что ситуацию нужно исправлять, иначе это приведет к смещению лестницы. Сейчас же достопримечательность требует нового ремонта. Стан той, який була переволожена всієї нашої сходів, звичайно, воно за один рік, за два не вийде. Там велика кількість вологи. І якщо зрівняти в прошлому році ці висолення і від штукатурка по бокових стінах вийшла, то в цьому році вже менше її. Я думаю, що і зараз при настанні плюсових температур і так далі, знову це спеціальна штукатурка, яка витягує, дає можливість дихати самому цьому ракушечнику, нашому каменю. Реконструкцию Потемкинской лестницы начали в 2016 году, а торжественно открыли весной 2017 года. Тогда же на ремонт фасадной части монумента потратили 15 миллионов гривен. Первые протекания в галереях начались сразу же после восстановления. Еще тогда возникли вопросы по качеству выполненных работ. Чиновники обещают привести в порядок лестницу до начала курортного сезона. Работы будет выполнять компания-подрядчик за свой счет по гарантийным обязательствам. Решит ли нанесение новых слоев штукатурки и краски проблему накопления влаги внутри? Вопрос риторический.